ми б хотіли представити у студії Олену Радкоглу, голова правління благодійного фонду «Соняшник». Тож вітаємо вас. Доброго ранку, Олена. Здравствуйте. Запросили ми вас не просто так. Ми готуємось до новорічних свят, але є люди, ми так всі звикли святково готуватись. Так, хочемо знати, що буде відбуватися. Так, але є люди, без допомоги яким нам нашої не обійтись. Да. Тож, хотілося б дізнатися, яка акція буде стартувати, знаємо, що 4-го. Розповісти, будь ласка, детальніше. 4 января 2017 года будущего пройдет нашим фондом и Николаевским русским драматическим театром будет проведена первая рождественская благотворительная елка. Цель этой елки — привлечь граждан и николаевцев, и гостей города к благотворительному движению в нашем городе. И, конечно же, чтобы пришли детки на эту елку, и собранные средства будут направлены на благотворительность, а именно на детскую онкогематологию в нашей больнице. Кто уже приглашен? Так, кто запрошен? Если гроші збирати, то треба, може, якісь там спеціальні люди. Да. В чем суть этой акции, этой елки? Очень важно. Когда мы слышим благотворительная елка, иногда чуть-чуть неправильное восприятие этого слова. Но считают, что значит там будут только дети, которые нуждаются в помощи. Значит, или, возможно, детки-инвалиды, или, возможно, еще кто-то. Или вот она будет абсолютно бесплатной. Нет, наша елка, она симбиоз. То есть у нас будут, безусловно, дети категории льготных, это будут дети-инвалиды, дети очень важно для нас, победившие рак, дети переселенцев, дети-участники АТО. И вместе с ними будут дети, родители, которые приобрели билеты и тем самым внесли свой вклад в благотворительность. И в зале эти дети будут сидеть все вместе. Почему, мне непонятно, должны дети инвалиды, да, не очень я люблю это слово, ну, чтобы понятно. Давайте было. Назовем это особливыми. Особенные дети. Какую-то им отдельную, почему они должны отдельно как-то закрытыми дверьми проводить свои елки? Это говорит о том, что эта елка будет нам говорить о том, что как раз таки должны воссоединяться. Конечно, все. Конечно. А до нас иногда приходят. Должно быть различие. До нас приходять люди, які організовують благодійні заходи, і завжди стикаються такі люди з проблемами якимись при організації. Скажіть, чи у вас були якісь там перепони? Які... Були і є. Ми, звісно ж, зібрали всі підписи, ми були у губернатора, нам губернатор підписав розрішення на проведення цієї ёлки. Ну, яка ёлка без сладких подарків? Ну, от можете ви представити, ви ведете свого ребенка, Дед Мороз, а подарків... Всім дітишкам хочеться получити. Ми, як общественні, неприбыльная организация попросили нам выделить средства на приобретение 350 подарков. Нам елку разрешили провести, а средств нет. Ну, конечно же, нам теперь мы обращаемся ко всем, кто бы мог нам с приобретением этих подарков. У нас уже 230 подарков есть. Так люди идут на завтречь, правильно? Идут. Кто дает деньги на один подарок? Кто 10 подарков покупает? Нам с Америки деньги прислали, чтобы мы... Сейчас уже как обстоит ситуация с подарками? Все, вот нам нужно дособирать. Нет, у нас только какое 230. Количество не хватает? Ну, нам 350 надо, есть примерно на вчера было 230. Вот на 120 подарков, пожалуйста. Если николаевцы кто-то хочет да, нам все помочь, кто сейчас смотрит, один, десять, любое количество, пожалуйста. Олена, а сколько часа за термином еще залишилось, чтобы принять участие в этой акции? Ну, нам бы хотелось, чтобы до 25 января мы уже спокойно закупили, чтобы мы подарки все закупили. Чтобы было все сформировано. Чтобы было, да, потому что потом выходные, все. Что входит в концертную программу елки? Это будет... Настоящая елка с Дедом Морозом, Снегурочкой, с танцами, с сюрпризами, с конкурсами, с подарками. То есть детишки будут еще вовлечены в конкурсную программу. И потом они пойдут на замечательный спектакль от актеров нашего театра «Волшебник изумрудного города». Это полностью благотворительное мероприятие. То есть, видите, подарки у нас... Мы даже рады в какой-то степени, что нам не выделили эти деньги.
Это полностью благотворительное мероприятие. Подарки от благотворителей. А актеры абсолютно бесплатно выступают. Приходят, придут, мы так надеемся, купят билеты и приведут своих деток, родители, кто может себе это позволить. И будут, конечно, детки, которым обязательно нужно уделить внимание. Хотелось бы еще узнать, вот насколько активно все-таки, как быстро удалось собрать то количество подарков, которые планировали? Ну, достаточно активно. Достаточно. Социальные сети. Я обращалась абсолютно ко всем. Ну, часто відмови чуєш? Конечно. Мы обращались и к мужам нашего города, и... Ну, не буду я сейчас фамилии говорить, мне говорили тому, напиши на Фейсбук, тому, они все обязательно реагируют. Никакой не было. Прочитали, не відповіли. Да, да. А граждане, ну, на этом у нас и держится благотворительность. Вообще, опять-таки, я повторюсь, что цель наших акций, вот у нас даже есть нарезка. Да. Из... Мы можем видеть на экране фотографии с благотворительных акций, которые подобраны были нами заранее. Вот. Это, я так понимаю, в больнице приходили. Это, да, это фотовыставка «Мы есть», онкобольные дети, их рисуночки. Это очень важно ходить к этим деткам, поздравлять. Наши волонтеры, видите, с ними рисуют, проводят какие-то мастер-классы. Мы потом все это показываем нашим гражданам. И мы привлекаем, и наш фонд работает на две стороны. То есть и привлечь в благотворительность. Это наши волонтеры, студенты-психологи. Они проходят у нас практику. Я смотрю, доноры. У нас донорская большая программа. Акция «Молчание. Мы есть». Суть этой акции была не подходить к каждому и говорить: дайте нам гривну. У нас есть крынка, давайте. Да, да, да. Вот, смотрю, даже Дед Мороз и Снегурочка. Да, это в прошлом году. А суть... конечная нашего фонда, чтобы николаевцы знали, что в Николаеве есть благотворительные фонды, есть нуждающиеся, чтобы они понимали, что нужно, что это очень важно, принимать участие в благотворительности, в волонтерском движении, в донорском движении. Фонды не должны стоять с протянутой рукой. Как у вас происходит подбор персонала, который занимается и работает вместе с вами и с детками? Так, еще кроме питания еще до персонала, я потом тоже звоню. Дело в том, что волонтер – это призвание. Да. Каким образом у вас подходит? Ну, у нас анкета волонтера есть. Мы сотрудничаем все равно с университетами. Там, я не знаю, была фотография или нет. Мы читаем лекции старшеклассникам, студентам о волонтерстве, и уже после этого все, если есть желающие... Вот мы бачимо онкологічне відділення, правильно? Да, онкогематология. Если есть желающие присоединиться к нашему движению, они уже с нами связываются, у нас есть определенная анкета, потому что не каждый может быть волонтером, это очень тяжело, особенно... Це я окремо можу сказати, бо десь 3 роки тому, приблизно, щоб не збрехати, я був волонтером у онкологічному відділенні і на Новий рік дарував подарунки хворим дітям. І скажу так, що з емоційної точки зору це дуже важко. І не всі витримують, ну, мені особисто було дуже важко. Були дівчата, яких сльози на очах. Да. Тобто у вас персонал ще підібрати? Наприклад, ну, така, як я людина, ну, мені важко витримати таку роботу. Ну, а от які у вас, от, як ви підбираєте персонал? Чи емоційності, які ви маєте? Звісно ж, от, допустим, психологи, які... Психологи не завжди хочуть. Тобто вони раз ходили, два ходили. Дуже тяжело. Це велика проблема. І я вам скажу, чому. В Україні не дається образування для працівника благотворительних фондів. Не психолог, да, в таких отделениях. У нас нет отделений. Занимаетесь ли вы как-то коллективно самообразованием в этом плане? Конечно. Есть и ассоциации украинские, международные, где есть и в прямом по Вайбер мы лекции читаем и так далее. Конечно, без этого невозможно. Но хотелось бы больше. Нам все время не хватает знаний, нам не хватает опыта зарубежных коллег. Завтра хочется больше. Ну что ж, хотелось бы сказать о том, что где можно вас найти. Наши телезрители смотрят нас. И, возможно, кто-нибудь захочет присоединиться, либо же, опять же, поучаствовать в акции подбора подарков. Хотелось бы еще раз услышать, куда можно обратиться и как найти.
Пожалуйста, все социальные сети, YouTube, Одноклассники, Facebook. Еще у пошек водите. Да, благодійний фонд, благотворительный фонд «Сонячник». Сразу же вы выйдете на наши страницы. Опять-таки, мы, допустим, мы сотрудничаем с Мультиплекс очень плотно, это наши партнеры. Вы можете к администратору подойти, они, там есть наши постеры, там наши контакты увидеть. Вы в Русский театр, наш партнер, на весь год у нас расписана программа, на, несколько, на весь год, раз в квартал, там вы можете о нас узнать. Вы, в конце концов, можете позвонить в онкогематологию и узнать о нас там, и, пожалуйста, присоединяйтесь. Знаете, я хочу сказать, что слова матери Терезы. Может быть, то, что мы делаем, это капля. Но без этой капли не было бы океана. Я приглашаю всех николаевцев присоединиться к этому океану. Самое меньшее, что вы можете сделать, это подарить вашим детям на Рождество праздник. Купить им билет, ребеночку, да, и прийти на замечательный спектакль, на елку, и своими деньгами вы, возможно, даже кому-то, не побоюсь этих высокопарных слов, вы кому-то спасете жизнь. Ну что ж, большое спасибо вам. Дякую вам, успеху. Да. Спасибо, приходите к нам на елочку, хороших друзей и свершения ваших планов.